Всем привет, дорогие братья и сестры, доброго времени суток всем. Получил я от вас вопросы, писали добрые слова, от души вам за это, за вашу поддержку. Не буду повторяться уже 300-й раз, но как ни крути, артисты делают его слушатели. От души, что вы рядом, и души, что вы с нами, храни вас Господь. Значит, первый вопрос звучал таким образом: бит от патронов. Суть вопроса в том, что будет ли продолжаться сотрудничество с патроном. Да, мы как работали, так и работаем. Ничего абсолютно не изменилось. Есть изменения, но они больше такого доброго, лучшего характера. В том плане, что у нас есть и переместо, есть и непосредственно фундамент там, где можно работать и делать это все без каких-либо стопов. Так что как работали, так и работаем. С патроном дело, в общем, и много еще треков, дай бог, сделаем. Так, здоровья тебе и твоей семье от души, очень благодарю взаимно. Меня вот один вопрос интересует: где можно взять твой альбом? Здесь совсем просто, можно просто зайти в официальный паблик, и там, я думаю, путем не каких-то хитромудрых, смысловых, короче, движений, можно все посмотреть и все приобрести там себе, если там или как-то там что-то там захочется, или просто послушать вообще. Так, хотелось бы текста песен знать, чтобы подпевать, а то иногда тяжело распознавать, какое слово ты спел. Ну да, есть такая тема, и не только у меня, допустим, есть у многих, допустим, авторов, которые пишут, может быть, это сила какой-то стихотворной постановки, что человеку может где-то быть непонятно то или иное слово, потому что оно всего лишь так стоит, и все. Но в плане текста, да, будем стараться намного больше заливать именно текстовой формации треков. Так что это будет, это будем исправлять. Следующий вопрос. Как ты смотришь на, ну, я не буду называть имен, ведь по нашему джа мнению, они достойные ребята. Ну, то есть суть вопроса такова, что почему бы вам не посотрудничать? И как ты смотришь, да, вот, на этих людей, имеется в виду, что на их творчество. Безусловно, мне очень нравится, как звучат пацаны, делают очень круто. В плане сотрудничества, да, без проблем вообще, можно и с рок-музыкантом посотрудничать, можно и с поп-певицей сотрудничать, имеется в виду, насколько это интересно и насколько Господь Бог поможет нам, позволит сделать тот или иной трек. Вот и все. Как бы в плане сотрудничества вообще без проблем. Все. Все приземленные, все люди, в смысле, все по-человечески, без проблем, значит. Вот. Ну и следующий вопрос. Будут ли клипы? Клипы, я думаю, однозначно будут, потому что очень интересно снимать картинку, очень интересно делать что-то в этом духе. И по-любому будем работать, по-любому будем стараться. Но нужно что-то уже повзрослее такое, как бы. Хотя всегда интересно снять даже просто элементарно там приглашение на какой-то ближайший концерт, который 100% должен состояться там, и так далее, так скажем. Так что в плане клипов однозначно постараемся снимать, однозначно постараемся сделать что-то хорошее. Ну и на этом сегодня пока все. От души вам за то, что вы с нами. Храни вас Господь. Увидимся. Все будет all right, мам! Не валяй, дурака!